На этом фестивале видна настоящая душа самодеятельных творческих коллективов. В год культурного наследия народов России тематика концертных выступлений направлена на сохранение этнического и культурного разнообразия Самарского региона. Наш фестиваль сегодня шагал по многим муниципальным образованиям. Более 100 тысяч человек увидели лучшие творческие коллективы Самарской губернии. И я надеюсь, что наш фестиваль продолжит свое шествие. Мы будем только приумножать и радовать наших жителей. В этом году в губернском фестивале приняли участие свыше 300 коллективов. Общее число участников превысило отметку в 4500 человек. Каждый коллектив по-своему неповторим, так же, как и культура народов, проживающих на территории Самарского региона. Мы сегодня показываем несколько номеров, то есть это один большой наш номер целиком «Мы будем жить» по названию нашей программы. В нем принимают участие 4 творческих коллектива. И небольшими вкраплениями во всем концерте у нас идет лейтмотивом наш образцовый ансамбль танца «Арабеск», это самое главное, «Волга». И в народном блоке, то есть в теме свадьбы, будут наши национальные коллективы. Культурный центр «Автоград» объединяет 36 коллективов. Из них 26 стали участниками концертной программы «Мы будем жить», которая получила гран-при. В программе были представлены самые разные направления – фольклорное, театральное, вокальное и даже цирковое искусство. Эмоции просто непередаваемые. Это счастье, это гордость за себя, и не только за себя, но и за свою команду, за свой коллектив. Конечно же, радость за тренера. Как рассказывают участники фестиваля, такие события позволяют коллективам не только показать себя, но и обрести новые знакомства и опыт, получить звание народного и образцового коллектива. Александра Гусева, Константин Головин. События.